Доброе утро, доброй ночи, времени суток. Ну вот и пустой Трахстав. Никого. Все разъехались. Вот. Этот еще смог сюда под дерево почти заехать. Такое вот оно утро. Прошел дождик ночью, что очень даже и приятно. Вот, выспался. Будем дальше двигаться. Хотя думал, может где-то перекусить пойти или вовнутрь. Там есть Subway. У них можно breakfast взять. Breakfast sandwiches у них есть неплохие такие. Вот, и вон. Или вон туда. Там интересная такая машинка вон стоит. Кто-то забацал ее. Мурдо. Находимся в Мурдо, Саут-Дакота. Да тут еще нормально он встал. Вот она моя лошадка. Компанийская. Решил я, друзья, пойти просто прогуляться по свежему воздуху. В кафе вон туда. Посмотрим, что здесь. Надо распознавать места. Вот. Хотя я мог бы и перекусить что-то на пайлоте. Subway, но я думаю, попробую кафе. Хочется уже, чтобы мне подали картошку жареную, хэш браун, чтобы яичницу приготовили. Вот. Засниму так немножко, потому что батарейка садится, ночью не заряжал. Сейчас мы туда дойдем. Деревушка. Маленькая такая вот, небольшая. Американцев, наверное, преимущественно живут. Так, а можно, наверное, вот так вот наискось пройти. Когда я работал в России и жил, то там пешеходы не так, как квадратом. А есть еще и наискось, крест-накрест. Вот какая-то машина, но это, видимо, собранная. Это нереально же, что такая машина была. Это, наверное, собрали ее. Капец. Ой, да, ты че. Пионер автошоу. Мурдо, Саут-Дакота. Ух ты что. Вот написано, please don't climb on the car, не залазить. Не, ну большая машина, да? Собрать такую. Где-то в гараже собрали. Прикольно. Там тоже вон одна висит. А там вдалеке висит, говорю, стоит. Как реклама. Так вот они и есть, эти ребята. Historical написано, даже номер есть, Саут-Дакоты. Наверное, Tire Center видно у них, вон сколько классики разные. Старенькие машинки. Вот это вот их автошоу, gifts. А вот в это кафе мы сейчас сходим. Там получается пайлот вот тут вот. Но там, если не оказалось парковок, вот туда переезжали траки. Вот там я встал. Вдалеке. Ну что, идем отведаем, что здесь за еда.
Natasha, привет. Not yet. Okay. Oh, you got it. I just told her. Yeah, she added it to me. Okay. Дядь Паша, я когда зайду в эти кафешки, я вспоминаю вас. Вот не то, что я посмотрел вас и теперь решил так же ходить в кафе. Я всегда это любил делать. Мне нравилось остановиться где-то с утра. Всегда люблю пойти покушать. А вдруг день такой какой-то выпадет, что и не будет возможности даже встать покушать. Поесть, так скажем, то пока утро доброе, есть возможность, почему бы нет, испробовать. Может быть, вы здесь и бывали в этих краях, вы же здесь часто проезжаете Саут-Дакоту. Это вот я пока еще не попробовал, но думаю, сейчас попробую. Город Мурдо, на пайлоте паркуешься, а в кафешку идешь, вот называется так вот. Covered wagon. Сейчас посмотрим, что мы тут закажем. Так, это пока мне не надо. Бургеры я не хочу. Burritos, hot dinners, soup, salad, beverages, breakfast menu. Вот breakfast menu. С 7 до 11. Так. Two eggs, hash brown toast, and shows how many two eggs and toast просто есть. Okay. Омлет, breakfast burrito, biscuit and gravy. Yes, hash brown and toast. Ну, как бы есть два яичка. Жареная картошка и хлеб жареный за 6.50. Можно что-то и поплотнее покушать. Я, правда, не спрашивал у них. Что-то на брекфаст у них нету этого chicken fried steak. Что интересно, такое редко увидишь, такие чистенькие ложечки, вообще класс, чистенькая посуда, такое редко увидишь вообще, обычно замусоленное все, а это хорошее. Yes, I do you guys have a chicken fried steak or no? No. No, okay, yeah. Then I will just get all meat omelet. Okay. I think it's gonna be good, right? It is good. Yeah. Okay. Do you want wheat, white rye, or sourdough for your toast? Wheat. Wheat. Yeah. All right. Is that it for you? Yeah, that's right. It, I guess. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Все, попробую вот этот вот all meat omelet. Посмотрим, что такое. Ну вот, друзья, принесли мне омлет. Сейчас я его отведаю. Пока оно еще горячее.
ноты, чистенькие стеклышки, сейчас еще питья сделаем. Пошел, сколько вчера их было, вообще тут очень много их, вот они гоняют, а. Ну вот, друзья, мы выехали, вот такой здесь construction делается, вот такие вот съезды, они сделали такие вот неприкольные, вчера я так ночью, оно же не так видно, как днем. Там, когда заезжал, так неприкольно вообще было заезжать. Там еще такой уклон был. Здесь тоже так вот сделали. Потихонечку. Так вот потихоньку, потихоньку. Что-то впереди трак меня обошел, непонятно, у него или подушка лопнула, или что. Так криво едет, ничего не пойму. Ну, ветер боковой, я поначалу думал, да. Так, кабина у него что-то туда, как будто бы. Кажется, у него трейлер наклоненный. О, ничего не понятно, что он так криво едет. Вообще, ветер... Не сильно такой уж крутой, вернее, сильный ветер, чтобы, тем более, его вклонило бы тогда влево, а у него все наоборот. Мне кажется, у него подушка лопнула. Жаль, что я раньше камеру не включил. Вообще, как он так едет?
еще и скорость хорошую держит. Что-то догонять его не хочется, надо было сразу. Я бы мог бы его догнать, попробовать, но... Всем привет! Так, нахожусь я в Сьюик-Сити, Айова. Заправился, иду что-то перекусить. Здесь вроде Бургер Кинг внутри прям есть, это хорошо. Сейчас я быстренько что-то вложу. Посмотрим, может быть буду кушать, может быть дальше поеду. Где-то 260-250 майлов осталось. Трехста пайлот. Такой тоже небольшой. Небольшой. На таких они ездят. Собирают мусор по парковкам. Pilot Travel Center. А там и Subway, по-моему, есть, и Burger King. Все вместе. Ну что, выехали с Трахстапа. Вот такая вот Айова. Интересно, что сколько я замечал вот в Америке, вот какой бы штат ты ни заехал, обязательно там какие-то изменения. Или там трава другого цвета, или там камни другие. Ну почему-то вот так как-то оно получается, совпадает, что оно просто вот смотрится по-другому. Ну, в отличие, может быть, от Айдахо и Юты. Там почти все одинаково. И Онтарио, Орегон, и Айдахо. Но все равно отличается. Если не природными, скажем, явлениями, там, деревьями или травой, то асфальтом обязательно. Вот. Так что продвигаемся мы уже по Айове. Значит, штат Небраска совсем рядом. Вот. Через речку, получается, мы вдоль речки идем. И Небраска штат через речку по правому борту. Так, вот Рестерия. Ну, а мы будем ехать и доедем до 680-е. Вот там на 680-й уйдем на Ист. Вот, и по 80-ке уже достигнем своего места. Здесь уже время немного другое, здесь на 2 часа разница. Вот Pacific Time у нас, это получается здесь, наверное, Median Time, наверное, посередине как бы, 2 часа разница. Вот, а уже если ехать Индиана, Мичиган, там уже 3 часа разница. Сильвания, там все на 3 часа разница. Вот так нормально. Дождик здесь поливал еще сегодня, наверное, утром сильно. Я вчера смотрел интернет. Ой, ну, программка у меня есть, веб-сайт, я смотрю погоду. То здесь очень сильно дождь шел. А вот, то, видимо, закончился недавно. Кое-где еще мокрая трава была, видать, и асфальт.
нормально, день идет, все хорошо, пока что без проблем, слава богу. О, едет девка. Жаль, что нельзя заснять. На телефоне болтает. Ноги подняла обе. Обе ноги подняла и сидит как дома. На стуле. Ох, эти водители. Вот на этом круз в Шевролете. И на телефоне ля-ля. Ноги подняла, убрала с педалей. Вот если надо будет экстренно тормозить, ей надо будет успеть еще это сделать босыми ногами. Вот так-то. Что это у нас? Порше. А вот. А это у нас сейчас будет Корвет. Корвет. Еще того времени. Какой год, не знаю, но в те далекие 80-е, 90-е, наверное. 90-е. Еще до сих пор сохранился, так сказать. Так, сколько же здесь спид-лимит? Наверное, уже 80. То было 65. Я думаю, наверное, уже 80. Стеклышко помыл, чистенькое. Скоро начнет заляпливаться уже. Так, это у нас Honda Odyssey. Ну, так. Такой нормальный минивэн для семьи. Хороший. Более такой спортивный. Я на нем, на этом автобусике ездил. Он больше такой, как спортивный. Чувствую себя там. Когда сидел уверенно, так жестко, ну, сиденье так классно прижимает, все бока, все, руки за руль, руль удобно держать. Но больше какой-то спортивный такой, жестковатый. Сиена будет немного мягче, может даже намного мягче. Та больше так идет по фривею, плавнее. Station говорит закрытый. Вот он закрыт. 133 миль, это хорошо. А это такой въездной Айова. Ну, может, здесь камеры будут, я знаю, может и нет. Что-то я не наблюдаю вообще ни припаса, ничего. Похоже, такой вот. Да, что-то нету камер особо таких, вообще никаких. Не видела. South Dakota прям нащелкали конкретно. Когда я заезжал вчера, ну, например, если сравнить Монтана, Юта, там белая вспышка и так щелкает, видно под сумерки, как оно щелкает. Но у них, возможно, и красная тоже щелкает, потому что красные там тоже в Монтане и в Юте стоят. А вчера в South Dakota заезжаю ночью, проехал одну квадратную или две квадратные красные, потом обычная камера, а потом еще какая-то одна камера. Они там настроены так, что, видимо, чтобы им захватить license plate, название компании, где бы не было написано на траке, оно в любом радиусе возьмет. Хоть на крыше бывает даже, прям под самую крышу бывает пишут название компании, это не запрещено, но тем не менее они умудряются доставать это все, видеть. А вот и красная следующая, контрольная уже была, она уже так щелкнула красиво. Я еще так посмотрел, так она чик, только красный глаз такой
Вот он постоянно красный горит. Это вот как в момент он так закрылся и открылся. Вот так вот щелкают камеры. Так что, ребята, не двигайте South Dakota никуда, никогда. Айова, я смотрю, что ничего не было. А вот сейчас перед Вестейшеном были подозрительные камеры, но я думаю, это были камеры, снимающие городское движение, погоду. Стояла аппаратура. А вот, скорее всего, это было для этого. А так, на самом Вестейшене ничего не было. Даже байпас здесь не было. А вот. Так что хорошо, закрыты. Будем ехать дальше. Может, там еще будет дальше. Там есть основной тоже. Давинпорт. Вот там бывает открытый. Приехал я на Лавс. Перекину колеса. Вот. Так как... Yeah, can you see? See, it's like going so bad. Yeah. So. I can check the front end and see if we got any issues going on too while we're here. Yeah, it needs alignment because I just changed drives. Yeah. Those drives, two drives was eating me two tires inside the left side, you know. Yeah. And then this one, just three tires. It's makes sense because it's pushing me to right, so it's going in here and then two over there. So сейчас мы перекинем колеса, чтобы не сильно съедало, то я сюда провалил уже 1700 миль, считай. Тракстап забитый, вообще нету места, ни капельки. Все забито. Может, кто-то и уедет, пока я тут колесами буду заниматься. А вот, все забито полностью. Ну, у меня есть шанс. Мне тут осталось 20 миль до компании. Я решил... Я просто сам так решил. Начну с этого тракстапа искать место. Если здесь не будет, поеду на Рестери. На Рестери должно быть. Если на Рестери не будет, поеду на тот маленький тракстап, что там возле компании. Если уже там не будет, ну, уже где-то примкнусь в том городке. А заодно я... Все хотел заехать на Лавс. А вот они колесами занимаются, ребята, тут. А вот, то перекинуть, ничего бортовать не надо. Вот. Все сделается, и я уже буду спокойно ехать. Что не буду переживать, что так сильно будет стираться. А здесь попрошу его, чтобы он везде проверил воздух в колесах. Классная машинка, вот это мне Chevy нравится. One of these days, Палыч, one of these days. Эти вот пока что нормально. Вроде бы. Шпильки тоже как на моем дедане.
нравится. Там у меня еще чуть-чуть выглядывает больше. Здесь вообще не выглядывает. Поэтому надо прятаться вот этими каверами. Шпильки, по идее, должны быть чуть-чуть больше, я думаю. Вот мужчина, американец. Got lucky. He's still open. Так, а у них наподобие такая резина, наверное, тоже есть. Вроде бы. А это наварки. Интересно, такое китайское у них нету, как я поставил. Вот такие на трейлер когда-нибудь пихнуть, а? Это наварка, правда. Тоже наварка. Вот эти. Все наваренные. Сейчас что-то он еще тут подставляет. Чтобы сильно не напрягался, если что. Все делается правильно здесь. Пойдем искать парковку забивать. Кто-то будет отъезжать, может быть. Все, запарковался я нормально. Сейчас я вам покажу, как это случилось. Ох, как него воняет, да? Это же он коров везет. Посмотрим, там есть кто-нибудь внутри. Свиней, наверное. О, свиньи. Пожалуйста, Альфа Транспорт Сакраменто. Это наш русский человек. Ну чё? Эх, когда-то я держал свиней. Ну чё? Лежим, да, все смиренненько. Да, ух, сколько их тут. Наверху, внизу. А ну. Вот мясо, а. Вот туши. Бедные. Вот даже наверху там есть. Эй, what's up? А, здоровое. Вон аж где кончается. Длинная такая порода. Все, сколько здесь получается? Почти по два фита. Что, 6 фит, что ли? Ничего себе, свинья здоровая. Найс. Значит, вот так вот. О, это что такое? О, хвост. Хвостом сейчас так сиранет. Так, вот он я, запарковался. Я, короче, уже такой думаю, а, все, поеду на Рестерию. Буду там искать место, если там нет, пойду прямо на компанию. Тем более этот парень, который мне колеса здесь перекинул, он говорит, о, я там работал в этой компании. Вот, там вообще-то она всегда открыта, они все время работают. Но я не знаю, наверное, тебе можно будет стоять, ты же туда едешь.
прогружаться. Я говорю, ну ладно, наверное, говорю. Я такой сдаю назад, думаю, все, поеду туда. Смотрю, трак выезжает отсюда, вот где я сейчас стою. Я задом сюда, красавчик. Задом сразу заточил. Тут место классное. Я боялся, что отсюда вот здесь стояли, поджидали траки. Место. Заедут. Ну, я так уже... Понятно, что я там уже задом заточу и все. Уже понятно, что я первый подогнал. Так что... А потом вон там освободилось. Вон оранжевый. Вот этот. Moving Company. Там была пустая. Когда я уже запарковался, то я смотрю, что еще парковочка классная. А вот, ну, I got lucky, so I'm happy. And I got some food. I got some food, and I'm going to eat now. It's enough for today. So there's 20 miles left. 22 actually miles left to get right place, unload, и будем ждать, что там будет завтра у нас. Ну все, ребята, давайте, всем счастливо, следим за движением, потому что у нас жизнь в движении, это не только моя, и ваша тоже. Westline, желающие, кто хочет попробовать работать так, как работаю я, пожалуйста, обращайтесь, найдите меня, напишите мне, и мы созвонимся.